Сбились со счета. Очередную коммунальную аварию продолжают устранять в Барнауле. На этот раз затопило улицу Профинтерна и даже цокольный этаж бизнес-центра. Повреждение водопровода произошло около 10 вечера, еще 7 февраля. В результате вода вышла из колодца и затопила проезжую часть, а также офисы, расположенные на этой улице. Около полуночи сотрудникам водоканала удалось локализовать место повреждения и прекратить выход воды. Ее откачали с проезжей части и офисных помещений. Я не знаю насчет того, что застраховано это здание, не застраховано. Вопрос еще у нас, что у нас в этом здании 7 учредителей, 7 хозяев, общевладельцев на каждом этаже, то есть свои хозяева. То есть будет совместно собираться, а не собираться, будет решать вопрос. Сейчас застраховано, конечно, будет все это уже просто прорабатываться. Помимо пострадавших офисов, несколько домов остаются без воды. Окончательно устранить повреждения и восстановить водоснабжение специалисты водоканала планируют в конце сегодняшнего дня. А что касается движения транспорта по Профинтерна, то оно открыто, но с ограничением движения по одной полосе.